Какой классный. Как это великолепно. Аплодисменты! Дин-дин, дин-дин. Вот он. Здравствуйте. Вы заказывали пиццу? Нет. Ладно, держите. Спасибо. Может, вы останетесь на чашечку кофе? Ладно. Давайте собираться. Где же любовное зелье? Вот в кофе. Держите кофе. За новое знакомство. О, да. Ты такая великолепная. Ты такая красивая. Ты очень так... Ты давай на мне жениться. Конечно. Хорошо быть вместе. Да, хорошо. О, нет, я пошла в школу! Какая она у меня великолепная любовь. Хорошо, что я ее вообще нашел в моей жизни. Покажи. Что я понимаю? Кажу, скоро я в школу пойду. Скоро я в школу приду. Они сделали крепость. Как же хорошо мне повезло с парнем. Мне очень везет. Так, где вас девочка? Хорошо мне было любовным зельем. Хорошо мне было с любовным зельем. Все. Пока, дорогой, я пошла. Пока, дорогая. В школе. Хорошо, что это был последний урок. И теперь, наконец-то, я смогу пойти домой к своему любимому парню. Пока, чао, какой... Ауч! Ай! Ой, извините, пожалуйста. Вы не ушиблись? Нет, не ушиблась. Меня зовут Вика. А меня зовут Максим. Очень приятно познакомиться. Извините, вы меня не проводите до дома? Конечно, провожу. Подождите, у меня телефон звонит. Алло, привет, дорогой. Привет, дорогой. Я пошел на работу. Хорошо? Пока, дорогой. Давай, скажи, любовная. Тебе дай кофе. Есть любовное зелье. Вы не будете воды? Конечно, я вообще хочу воды. Ну, вам водичка понравится, и вы понравились. Я знаю. Проводите меня? Конечно. Я вас вообще понесу. Залезайте. Конечно. Сумку не забудьте. Конечно, вы понесете. Мой дорогой принц. Где эта сумка? Бестолковая. Кто тут ее надо? Идемте. Да, ваше величество. Наконец-то мы пришли. Хотите посмотреть свое любимое кино? Конечно, хочу. Давай. Подожди. Нет, потом. Нажми что? Через час. Ах, мой любимый конец. Понравилось? Хотите посмотреть еще одну кино? Но только там у меня есть только конец. О, да, конечно, очень сильно хочу. Вот оно. Оно, конечно, черно-белое. Нету. Сейчас Ваня идет. Туки-тук. Дин-дин.
вам понравилось очень. Да. Так как мой парень работает целых 2 дня, вы можете у меня остаться. О, да, конечно. Прошло 2 дня. Джиндалон, джиндалон. Это вот, прячьтесь. Куда? А куда-нибудь, а? Вот сюда, прячьтесь. Давай скажи, я знаю. Вот сюда, я... Сюда, это... Сейчас, помогите мне. Конечно, я вас укрою, мой дорогой ты, Миша, дорогой ты. Так быстро, надо привести себе порядок, заправить кроватку. Я ведь не занималась сексом с кем-то. Тут выпложить, расческу, платье. Сумку мою. Все, я великолепна. Надо включить без телек. Какой же выбрать кино? Какой же выбрать кино? Дин-дин. Дин-дин. Выбери, пожалуйста, вот это вот кино. Это какой-то, это, короче, такой нормальненькая любовь моя. Дин-дин. Давай, заказчик пьет. Дин-дин. Сейчас я зайду к вам. Дин-дин. Дин-дин. Ай, достали. Дин-дин. Получай! Пиццу заказывали? Нет, да что она что-то без плачь! Кого сейчас пишу? Так, я пиццу ей принесу, как? Я... Надоела эта пицца! Достали! Я принесу-ка ей пиццу. Дин-дин! Дин-дин! Прячься! Так, открываем дверь. Ты где? Дорогая, ты где? Дорогой нету, странно. Я здесь, я тебя. Пиццу держи. Спасибо, дорогой. Пошли быстрее домой. Ой, моя нога. Не бойся, мы ведь монстр Хай, она сейчас тебе поставится на место. Дорогой, можешь пока спать и погулять? Конечно. Все ради моей кружки. Ты можешь пойти погулять? Конечно. Иди отсюда. Все. Мне надо решить и рассказать ей моему первому или второму. Расскажи обоим. Алло, приходи ко мне. Да. Алло, приходи ко мне. Да. Сюда. Наконец-то я пришла к своей... Господи, что она делает? Извините меня, мои сокровища. На самом деле... Это мой парень, и это мой парень. Господи, какой вы тупой! Что? А какой непривлекательный! Нет! Кто-то пришел. Будете моей девушкой? Конечно. Скажи, и это был конец сериала «Любовь или страх». До свидания. Сейчас.
это был конец сериала «Страх и любовь».